Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Елену Яковлеву похоронили. Какая причина смерти? Нет, слава богу, это все утка. Слухи о смерти Елены Яковлевой всего лишь слухи. Российскую актрису Елену Яковлеву хоронили уже не один десяток раз. И происходит это постоянно на просторах всемирной паутины. Хоронят не только ее, но и других звезд отечественного и зарубежного кинематографа, а также звезд эстрады, театра и других профессий. Обычно говорят, что тот, кого так часто хоронят, проживет 100 лет. На данный момент с Яковлевой все в порядке. И хотя она уже разменяла шестой десяток, продолжает активно сниматься в кино и мелькает в рекламе, довольно в отличном состоянии. Поэтому не верьте уткам, что распространяют недоброжелатели. В интернете сейчас можно часто увидеть новость, что та или иная звездная личность умерла. Но не стоит сразу этому верить. Елена Яковлева на сегодняшний момент жива и здорова. Она продолжает плодотворно работать, так что ее творчество мы часто видим на телеэкранах. Вопрос хоть и старый и задан в 2013 году, но, скорее всего, неверно интерпретировали слово «ушла». Она не из жизни ушла, а из театра «Современник», которому отдала много лет. А нечистоплотные журналисты раздули новость. До ушла из жизни. Тьфу-тьфу! Елена Алексеевна живая и более-менее здорова. Продолжает сниматься в кино, театре. Недавно завела профиль в Инстаграме. Надеюсь, любимая актриса проживет еще много лет. Наказывал бы Роспотребнадзор такие сайты, которые знаменитости хоронят живых за недостоверную информацию. Но почему-то таких источников, как грибы, и многие им верят. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!